Женская баскетбольная команда «Спарта НК» продолжает серию домашних матчей на паркете Дворца спорта «Видное». В рамках регулярного этапа премьер-лиги чемпионата России наш клуб сразился с московским «Динамо» и одержал убедительную победу 86-52. Нюанс игры в премьер-лиге состоит в том, что здесь важна каждая игра. Победа в нынешнем противостоянии поднимает «Спарту НК» с 7-й на 4-ю позицию в турнирной таблице. Зная это, многочисленные болельщики, заполнившие фойе спортивного комплекса, были настроены на красивое зрелище. Давно ждал этот матч. «Динамо» Москва, «Спартак» НК. Будет хороший матч, думаю. С удовольствием пришли. Нам очень нравится сюда на баскетбол ходить. Мы практически ни одну игру не пропускаем. Внучке очень нравится. Ждем победы, конечно. «Динамо» сейчас не очень в хорошем состоянии, поэтому, думаю, выиграем сегодня. И спортсменки команды «Спарта НК» постарались сделать все, чтобы не обмануть эти ожидания. В первой четверти игры инициатива, казалось, была на стороне гостей. Но очень скоро наши спортсменки разгадали тактику соперников и постепенно начали наращивать преимущество. На первый перерыв команды ушли со счетом 22-15. Во второй части игры команды шли, что называется, ноздря в ноздрю. И долгое время преимущество одного соперника над другим не превышало пары очков. Но большое количество фолов у команды «Динамо Москва» и более слаженная игра «Спартанок» позволили уйти на большой перерыв со счетом 37-29 в пользу видновчанок. Игра достаточно вязкая, сложная, но я и рассчитывала, что примерно такая она и получится, потому что чемпионат России, премьер-лига, он сейчас находится на таком уровне, когда практически 7 команд совершенно одинаковые по своим возможностям. Во второй части игры спортсменки команды «Спарта НК» нарастили темп, и разрыв по очкам постоянно увеличивался. После третьей четверти он составлял 19 очков. Но наши спортсменки привыкли бороться до конца и, даже имея существенный задел, не останавливаться на достигнутом. Закончился матч с разгромным счетом 86-52. Следующий домашний матч «Спарта НК» проведет с «Динамо» из Новосибирской области 27 января.